Belə. 6-cı hisslər nə idi? 6-cı hissə, 6-cı bölüm. Aha. Qaldığımız yerdən davam eləyək. Bildiyiniz kimi musiqinin səsini almışam. Oyunun musiqisini. Çünki müəllif hüquqları YouTube-dan müəllif hüquqlarına aid şeylər şikayətlər gəlir. Незаконный оборот федеральных талонов на бензин. Пройдемте с нами. Меня сдал один из заправщиков. Меня опознали по описанию, нашли маму и заставили рассказать, где я живу. Но на кого я работал, они не знали, а я не стал рассказывать. Deməli, yadınıza düşür də, talon satarkən zapraşıqlərə. Zapraşıqların kimsə biri bunu satıb polisə. Henry нашел мне адвоката на деньги Клементе. Я был по уши в дерьме, но хоть было чем его хлебать. Было бы куда хуже, если бы федералы знали о других моих художествах. Хищение, но хищение стратегически важных ресурсов в военное время. Вы фронтовик и кавалер государственных наград. Адвокат был хорош, но даже он меня не вытащил. Дело было гиблое. 3 месяца спустя огласили приговор. Виторио Антонио Скалетто за преступление против города и нашей великой страны вы приговариваетесь к 10 годам лишения свободы. Цель дед, 10 дед, он лич. Тюрьма, я тут. Dediyim kimi, zapraş çiniklərindən biri, yəni Vitonu satıb. Federal da gəlib qapısında durmuşdu ki, yəni xeyri yoxdur, gedirsən, tutulursan. So, bura qədər imiş. Aha. Убийцы, педофилы, все они здесь. Худшие из худших. Так, строй, джентльмены. Deyir federal türməsi, oğrular, cinayətkarlar, pedofillər, hamısını deyir, yığışdığı yer. Aha. Özüm baxıram sağa sola. Özüm getmirəm, amma özüm baxıram. Negroidlər bir tərəfdə, kitayozalar bir tərəfdə. Пошли, уроды! Хочешь проблем, гадёныш? Я... Простите, я не могу. Сейчас! Я тебя Тебе что нравится, придурок? Быстро! Встал и вернулся в деревню! Нет! Эй ты, умник, не заставляй меня повторять. Шренды. Хара вырышсан, шарапсиз. Двигай. Gedirəm də. Qabaqdakı pedofilə görə qaldım burada. Ey. Ve bu İrlandiyalı maşinlikə görə. Стоять на месте. Направо. На другое право. Слушайте, кретины. Я капитан Террен Стоун, и это моя тюрьма. Вы попали сюда потому, что не умеете жить, как нормальные люди на свободе. Вот здесь. Запомните, уроды. Я ваш хозяин. Делайте, что я сказал, или очень пожалеете. Я вам так летину, до небес орать будете. Вас прислали на перевоспитание. И будьте уверены, мы вас перевоспитаем. Ладно, быдло. Мы вас спустим с поводка, но только чтобы грязь отмыть. Построились в шеренгу и за мной. Ага, беля со штары, как красоты, дамочки.
будете прям как милашки. Эй, мне тоже? У меня там нечего стричь. Рот закрой, лысый. Ладно, поехали. Эй, мешок дерьма. Делай, что сказано. Ты же зибиль мешок, видишь? Шаешь, мы не знаем. İrəliyək. Gəl, ucu burada gəzmək mənli idi. Baxmaq, gəzmək mənli idi. Okey, gedirəm. Gördüyünüz kimi Vito'nu keçəl ediblər. Keçəl yəndi, yəni bir nömrədə aldı baş. Keçoskası gedib. Za mnoy. Gördünüz nə göstərdi? Üstünə gedəcək dəyəcəyiniz var. Haa, deyirəm də. Burada gedək, itəliyəcək. Dom, mili dom, lez. Sürmə həyatı. Vay, 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 vay. Вот он мой дом на следующие 10 лет. Выглядел он паскудно и пахнет лучше. Кланяться пулям в Европе и то круче. Три дня я одухотворенно пялился в стену, а потом получил весточку от Джо. Оказывается, тут есть некий Лео Галанте, который вроде бы может помочь. Это было не то место, где можно выжить самостоятельно. Джо-дан мәлімат алдым, что бурда Лео Галанте вар, о мене, яни, кемегелия, билля. Эх, Лео Галанте, мне нечего тебе сказать. Я ищу Лео Галанте. Сгинь, придурок! Окей, сгинь, держан, сгинь. Что-то я ищу Лео Галанте. Приятель, отвали. Эй, мне бы поговорить с Лео Галанте. Не покажешь, где он? Отвали от меня нахрен. Я ищу Лео Галанте. Да-да, старик. В шахматы играет. Ага, шахматы ровно. Всем работникам кухни на кухню, ваша смена. Всем работникам кухни на кухню, ваша смена. В году 365 дней. Журнал Ахтарами, вот да. Нет, голову проломили. Черт. Нам их тащили. Слыхал про Дэна? Его подловили в душевой. Да, извращенцы совсем обнаглели, похоже. Это... Только там пошла, чем вражным, вражным, вражным. Напоминаю. Знаем, что из-за пожара на прошлой неделе библиотека закрыта до особого распоряжения. Что на этот раз? Заключенные, получившие книги, отвечают за них до открытия библиотеки. Я тебя знаю. Ты тот итальяшка, который был с Барбаро в ювелирке. Из-за тебя я за решеткой подыхаю. Ты за решеткой, потому что у тебя мозгов нет. Он танцует за Лео Галанте. Эй, Лео Галанте нейди? Он ил. Бог он есть! О, торговый центр, да, Кызыл Чанын Соянда, Оғырсулы Дэнэнда. Ублюдок. Орда қарышлашмышты, Ирландиялы Олин. Тебе отплачу! Ага. Ага.
А это любопытно. Яшил Таймс это. Небольшое пари. Нелегальный доктор Борда, общий. Надери ему мозги! Ну давай! Давай! Быстро! Стой! Стой! Это будет попроще, чем когда я твоей мамаши в зад присуну. О, качан грешна. Я таких тощих петухов на завтрак ем! Петухов на завтрак ем? Разойди! Слушай! Пошли его! Рыси! Посиди и подумай над своим поведением. Вдруг поможет. Угу. Öldük bir partiya. Onun zıbatından Only öldürmeye bize borç olsun. Okey. Ne olar? Bu oyunu sabaha da var. O'Neill меня чуть не прикончил, но я заявил о себе. И знаете, здесь это стоит куда больше, чем кажется на первый взгляд. İki gün geçti. Как долго вы будете его там держать? Пока не сделает выводы. Нет, это мы изменим. Он может драться? Да вроде. Ребята особо не усердствовали. Должен быть в форме. Ладно, открывайте. Проснись и пой, Скалетто. К тебе, посетитель. Меня зовут Лео Галанте. Ты хотел со мной поговорить? Да. Один из ребят Клементе сказал найти вас. Сказал, вы мне поможете. К черту, Клементе. Я не собираюсь защищать его людей. Но я видел, как ты уделал этого О'Нила. Ты неплох. Пошли со мной. Давасын görüb, хошу гэлэв ки, яны сэн пистейсэн, да, яны ёрг едмэй олар. Хэм дэ ки, мэн Клементэн адам ям, дэ ки, лэнэ тэ гэсэн Клементэн, мэн дэр оан адамларын чэмэй лэв. Ама дэ сэн дэшвэ гёрдэм, бэн дэм пистейсэн. Судя по тому, что я видел во дворе, ты подойдешь. Ты поможешь нам, парень. А мы тебя будем защищать. И кто знает, может, ты чему-то научишься в процессе. Сказать нет не вариант, правильно? Я не помню, чтобы спрашивал. Ладно, ребята, поехали! Ладно, сегодня будем работать над контрударами. Вито, попробуй ударить Пепе. Сверни ему могучую челюсть. Пепе, уходи от удара, как я показывал. А потом выбери момент и сам нанеси удар. Давайте, парни, начинаем. Что, уже устал, сынок? Так-то, Пепе. Малыш, неплох. Ух ты, только посмотрите. Эй, у нас тут спарринг или тренировка? Планы изменились, здоровяк. Малыш с огоньком. Так что теперь оба отрабатывайте контрудары. Это хороший прием в арсенале, а? Многие вообще не поймут, что случилось. Вот, например, Пепе. Хоть он и немногие. Неплохо. Хорошо, хорошо. Давай еще два. Так, еще раз, Вито. Отлично. Быстро учишься, сынок. Ладно, ребята, на сегодня хватит. Молодцы. Так насколько ты близок к Клементу? Если честно, никогда его не видел. Всегда работал с Генри Томасино и Лукой Гурино. Надо же, этот глист Гурино еще дышит. Как ты с ними связан? Ну, мы пару раз на них работали и... Лука сказал, что возьмет нас в семью за 5000. Что? Вот же сука, Альберто. Был подонком, подонком остался. А, так это как бы больше, чем обычно? Ага, на 5000 больше. Семью берут не за деньги, Вито, а за то, что ты надежен, хороший добытчик и вообще... Разбираешься в жизни. Эля бир аиле случае мафия ailesine götürmeye deyip ki buna deyip pul getir. Когда это выплывет, Альберто и Луки придется давать объяснение. Кому? Боже. Не забивай голову. Об этом в другой раз. Я бы тут сюда не мед, мне сюда не бит палаза из сессии не Давай, покажи еще разок. Эй, как дела? Я Вито. Сэм,
как дела? Хочешь спарринг? Не очень, извини. Прости, я тут немного занят. Не сейчас. Не сейчас. Не сейчас. Не сейчас. Откуда старик Галанте столько знает о боксе? Сейчас по нему не скажешь, что когда-то он был чемпионом. Как делишки? Я Вито. Крис, чем могу помочь? Ищу с кем поработать. С тобой можно? Привет. Я рад, что я занят. Обратись к Элу. Да иди ты. Не понял с первого раза? Да иди ты. Не понял с первого раза? Отлично ты выдал этому унилу. В следующий раз сделай одолжение. Сверни уроду шею. Хорошо дрался на ринге. Еще немного, и будешь готов к настоящей схватке. Эй, как дела? Как дела, Вито? Я Сэм. Отлично держался на ринге. Ага, спасибо. Кстати, не хочешь потренироваться? Не то чтобы я был против, но делать мне нечего грушей работать. Попроси Элла, он кирпича просит. А, да, спасибо. Так давай, как ты сюда попал, Сэм? Захотелось нагрузки, а тут хороша нагрузка. Нет, нет, я не о том. Как ты за решетку попал? Убил одного за то, что много спрашивал. Ладно тогда, до встречи. Слушай, без обид, но мне надо доработать. Не вопрос. Эй, не сейчас, Вито. Эй, намеков не понимаешь? Зайди давай, позже. Покажи еще раз. Эй, намеков не понимаешь? Окей. Привет, как успехи? Я Вито. Да, я знаю. Я Эл. Рад знакомству. Как насчет спарринга? Угу, почему нет? Ладно, пошли. Только полегче со мной, а? Я же не профи, как вы, Спека. Давай, ладно, займемся. Хочешь продолжить? Продолжай. Угу. Ладно, пошли. Ординай, да. Ладно, займемся. Покажи еще разок. Хочешь продолжить? Ладно, пошли. Пьяный, бро. Пьяный. Сонда. Ладно, займемся. Давай, покажи еще разок. Хочешь продолжить? Ладно, пошли. Эй, посоверяем, дайди. Ладно, займемся. Давай. Продолжай. Хочешь продолжить? Нет, можно быть. Знаешь что, хватит пока. Ладно, как хочешь. Я хочу. Давай, сходим. Смотри, куда прешь, Гуайло. Может, если б ты разул глаза, ты б видел, как я тут иду, придурок. Галанте. Подлый белый дьявол. И вам тоже здрасте, мистер Ву. Подлый? Ты подставил на своего, и он продул. Такие уж порядки в нашей стране. Тогда Ву хочет реванш. Я могу это устроить. Ты готов, Вито? Да, да. Выдайте ему стремянку и вперед. Ладно, Ву. Будет тебе реванш. И чтобы в этот раз без этих ваших штучек. Ага, дыш. Шустрый мелкий сволочек. Вначале не старайся его свалить. Не попадешь. Ладно. Что мне тогда делать? И быстро, измотай его. Когда он ослабеет и уже не сможет уворачиваться, тогда добивай. Иди и покажи ему, что ты умеешь. Окей, китайоза нам давай. Сейчас Эй, а китайское печенье из китайоза этого выпало? Забей его до смерти, быстрее! Забей его до смерти! Вот так, бей его! Быстрее бей его! Вот так, бей его, бей! Ай-я! Плохо он учился! А, надо бы перенять! Эй, брешь ему как следует! Вот так! Брешь ему, вот так, да! Хорошо, хорошо! Забей его до смерти! Быстрее забей его до смерти! Вот да, вот, вот, я был. Его учитель будет делать. А я, почему он не бит стиль тигра? Это знаю.
Пошли, Скалета. Опоздаешь на работу. Gedək. İşe geçirəm. Bu şey döyüş mənim türmədə, yəni Vito'nun türmədə işi oldu kanka. İş. Yo, bu desin başqa işdir. Nəsə belə başqa iş oxşadı. Düz deyirəm. Эй, слушай, у Вита выходной. Спасибо мистеру Галанте. Ясно. Губу не раскатывай, Скалета. Ладно, пошли, Вито. Опять будем тренироваться? Что-то вроде. Увидишь. Ирельяч. Доброе утро. Доброе утро, мистер Галанте. Не тренируемся? Нет. Нам бросили вызов черномазы, но я не хочу рисковать Пепе перед большим матчем с О'Нила. Так что я хочу поручить это тебе. Практика не повредит. Слушай. Парень, с которым ты будешь драться, здоров как бык, но туповат. Сердцем дерется, не головой. Выведи его из себя и тогда вали его. Ладно, поехали. Не подведи меня. Zdravaqlıdır, kələk kimidir, amma deyir, ağlı yoxdur, bozuqdur, beyni deyil, ağlını, beynini yerin bozuqdur, havaq. Yəni, ürəksiz şeydir, sən deyir, o həll edir. Nuje, моя бабушка и та сильнее лупила. Мы разрежем. Давай, Вито, хватай. Отлично, теперь гаси его. Алла, Гошанч. Молодец, малыш, молодец. Твоя доля, Вито. Ты заработал. Шухер, синий идет. Что за шум, мать вашу? Это что, групповуха? Ладно, выходи, Скалета. К тебе пришли. Окей, мы любим тебя, Антон Зиганов. Привет, Вито. Привет, Франни. Как дела? У меня хорошо. Очень хорошо, спасибо. И что нового? Я должна тебе кое-что сказать. Я выхожу замуж, Вито. О, Мадонна, здорово! То есть, ну, лучше бы он сначала у меня твои руки попросил, но я за тебя рад. Вито, ты же в тюрьме. Посмотри на себя. Как ты дошел до такого? Так, судья мне уже прочитал мораль. Больше не надо. Давай не будем. Вито, я на самом деле из-за мамы. О чем ты? Что с ней? Она больна, Вито. Уже несколько недель болеет и лучше не становится. Так, Франни, иди к Джо. У него остались мои деньги. Найди самого лучшего врача. Остаток тоже возьми, подарок на свадьбу. Вито. Нет, серьезно. Мне они не скоро понадобятся. Похоже, мне пора. Ты это, береги маму. Скажи, я люблю ее. Обязательно. Спасибо, Вито. Пока. Не, ну, батюшка, не делай. Пошли, Скалет. Сортиры сами не помоются. Эй, зэхлэм, тёчмэч. Götürmür, jurnalı götürmür, nəyə bilmir? Bəlkə də adi bir şeydir. Deyəsən, tuvalet qaçmağa gedir. Ты у нас новая уборщица, да? За мной. Ай,
Сэджинга была ванда свет. Хуже твоих завываний тут почти ничего не было. И поживее, чтоб сверкали. А, ну заткнули все пасти, ну! Да ладно, ребят, я просто немного распеваю. А скону там здесь. Там здесь не нужно. Какое тут унылое безкультурье. В чем дело? Драй давай. Хуже будет. Харабах, что там нельзя дала. Эй, а этот чего грязный? Мой еще раз. А пели мошенники голаш. Ладно, хватит. Теперь марш в душевую к остальному стаду. Шагом марш! Ладно, Скалета, раздевайся и мой свое величество. Окей. Дедай, шаги крыть. Сингюре было. Рахатсин. Чего застряли, а? Шевелите булками. Слушай, Фрэнки, у нас тут дельце небольшое. Ну, ты понял. Сходи покури, что ли, а? Ладно. Развлекайтесь, извращенцы. Какие шрамы, красавчик. Где ты их получил? Прости, сладкий. Ты очень ошибся дыркой. Можно по-хорошему или по-плохому. Выбирай. Есть идея получше. Долби своих петухов. Да и вообще, шел бы ты нахуй. Ясно. Значит, по-плохому. Шоу начинается. Хэн! Повтори, сладкий. Меня заводит. А парень-то боец, а? Ладно, быстрее, Джо, времени мало. Все могло быть. Давай, вали его. Алла. Ага. Чай. Хошим гэлди, яхшу урусна. Бида бурда. Бида бурда. Ала. Ала, шаяси. Эй! Так. Это что еще такое? Где Фрэнк? Давай, парень, с песней. А, еще в почте пришло. Почитай. Вроде важное. Ага, почта. На сегме кто галит. Мама умерла, пока Франческа меня навещала. И вместо врача и свадьбы все мои сбережения ушли на похороны. Мистер Галанте хочет тебя видеть. Пошли со мной. Ага, уже стрижка стала гаду. Рад тебя видеть, сынок. Что стряслось? Ирландцы решили играть грязно.
Вчера парочка из них подкараулила Пепе. Ни хрена себе парочка. Ладно, ладно, но им это с рук не сойдет. Что делать будем? Пепе уже все продумал. Я тут кое с кем перетер. Короче, Нил сейчас один в спортзале. Охрана вернется не скоро. Просто отделай его как следует. Сломай пару костей, как они мне сломали. Ясно? Да, ясно. Ладно, пошли. Не пуха, парень. Я тут подожду. Если охрана вернется, я дам знать. Ладно. Тогда вперед. Ага. О'Нил, бродяж. Эй, О'Нил. У меня тут к тебе одно дельце. Вот ты-то мне и нужен. Или сам иди сюда, Мэри. Ага. Еще сильнее! Алла, сильнее. Умничка, здесь, Мэри! Алла. А, да меня мабуля, ка. Алла. Это все. Йох. Алла. Тут тебя охрана не спасет. Алла. 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 А. Боже, из чего ты сделал? Малышка, ну же, постарайся. Алла. В этот раз. Алла, в этот раз, давай. Твердым сам в этот раз. Оп, цок. Ой, шарафсизи. Шарафсизи, каш, не нелер. Шараф, костер, нелер. Ама, если шарафсизи, нелер. Алла. Эй. Ага. Ой, бугаз кетти. Заткни пасть. Алла. Чет. Ой. Шерфсиз. Ауызны ле калары, бахма. Все обошлось. Никто не узнал, чья это работа. Лео устроил так, что меня перевели к нему в камеру. Скорее уж, номер люкс. С каждой минутой жизнь налаживалась. Да, Вито, что ты будешь делать, когда выберешься из этой дыры? Я не знаю. Одно скажу, точно не буду работать на Клементе. Да уж, лучше тебе забыть про этого старого ублюдка. Поверь мне, Альберто – большая паскуда. И того адвоката он нанял только за тем, чтобы ты его не слил. Но не бойся, он свое получит. Брать в семью за деньги, как тебе предложили, это не по правилам. Ему придется дать объяснение. Кому? Я думал, Клементе, босс. Видимо, ты вообще не представляешь, как все устроено. Видишь ли, в Empire Bay не одна семья. Их три. Каждая контролирует свою территорию. Существует система правил. И если возникают разногласия, то боссы всех семей встречаются, чтобы разобраться. Это комиссия. Круто. А мне что делать? У меня тоже проблемы. Нет-нет-нет. Ничего подобного. Ты молод, умен и доказал, что умеешь молчать. Такие парни всем нужны, ни одному Клементе. Да, но я даже не знаю, кто есть кроме него. Кроме Клементе, есть еще два босса. Один Карло Фальконе. Второй – Фрэнк Винчи. Карло молод и честолюбив. Да псих он двинутый. Он из молодых. А вот Дон Винчи – человек чести. Уважает старые законы. Вы их знаете? Можно и так сказать. Я консильери Фрэнка Винчи. А ты думал, любой старичок все это может? Да, кстати, Вито, я выйду через пару месяцев, и тогда мы постараемся немного изменить твой приговор. Пепе, иди, попробуй. Böyle 5-6. Bölümün de sonu. Videolarımı beğenin, kanalıma abone olun, paylaşın. Dikkatinize göre minnettarım. Allah'a emanet.